Итак, мы начинаем. В Бийске завершился ремонт дорог на улице Вали Максимовой и Севастопольской. Специальная комиссия, в которую вошли представители технического надзора и Общероссийского народного фронта, оценила производство дорожных работ. По мнению специалистов, ремонт проведен качественно и в срок. Осталось лишь обустроить газоны и довести до стандартов дорожную разметку. Однако проблемы все же есть. Накануне сдачи Севастопольской к нам в редакцию обратился бичанин, у которого все-таки нашлись вопросы к коммунальщикам. Камера видеонаблюдения, установленная на его доме, запечатлела последние приготовления к визиту приемной комиссии. На видео два рабочих, которые наводят порядок на обочине. Один из них лопатой перекидывает старый асфальт вперемешку с грязью на придомовую территорию бичанина. По мнению местных жителей, таким образом дорожники готовили объект к сдаче. И вместо того, чтобы вывести песок, они спрятали его на газоне близлежащего дома. Только вот не учли то, что их недобросовестную работу снимает видеокамера. Можно было, как бы, пригнать машину, грузовик, там, вывести весь этот мусор. Зачем его в частный сектор? Мы как бы облагораживаем свою территорию, а получается так, что нас иногда наказывают за то, что мы строительные материалы привезем здесь, выложим, да, нас буквально администрация начинает наказывать. А у них, получается, все это можно делать.